Да, Атманович, вот мне подсказывают, сейчас еще один вопрос к нам поступил, вообще свежий, но тоже провокационный, заранее извиняюсь. Первого русского я убил 16 лет. Вот такое высказывание непосредственно приписывают вам. Вы такое говорили, Рамзан Ахматович? По этому разу. Это вопрос уже, по-моему, этому вопросу лет 15, но... 14 лет, да? 14 лет подсказывает пресс-секретарь, да? 14 лет, да? Если я об этом говорил, да, ну, покажите мне, да, запись дайте, да, покажите. Это тогдашняя, да, популярная такая была, да, звезда, да, тоже вот из либерального направления, да, одна уважаемая женщина, да, она сказала, типа, Кадыров может позволить себе в приемной Козака, да, Дмитрия Николаевича говорит о таком, да. Это ерунда. Я никогда не говорил, что я убивал, или я всегда говорил, я воевал против России. Я, да, был на стороне Дудаева. Тогда был весь народ. Мы все думали, что мы получим независимость, что... Почему мы думали? Ельцин, они заявили, объявили, берите суверенитет сколько хотите. Мы тоже думали, да, получить суверенитет, да. И, оказывается, это, да, подставили Ельцина, и это дело было, но, рук, там, Усинский, Ходорковский, вот этой компании, которые хотели развалить российское государство, да, как так они развалили, да, на Советский Союз, да. Поэтому я такого не говорил, да. И еще, да, задают вопросы, да, Кадыров был там, против, почему сейчас стал с Россией. Я вам говорю, я всегда со своим народом. И у меня первая задача, чтобы эти провокаторы, продажные, да, твари, да, не подставили мой народ, опять же, не вели, да, военное положение. Да. Для этого я буду все делать. Да. Я не позволю этого делать никогда. Да. И поэтому мы забираем их, показываем по телевизору, и заставляем говорить истину, правду, что они, откуда они это все придумали, кто за ним стоит, да. И я глубоко верю, что человек, да, у нас вот наступил священный месяц Рамазан, да, Всевышний видит, насколько я говорю правду, да, сегодня в Эмага-Ардель, и там, да, вот Аллах смотрит с милостью на нас, да, с милосердием, да, поэтому, да, я не могу, да, говорит, да, неправду, поэтому эти люди, да, ведут, да, заблуждение подрастающих поколений и стараются расчленить наше государство России. Да. Вот они знают, что я сильная сторона, да, что я за Россию готов, да, воевать, защищать нашу родину. Поэтому такие люди, да, граждане, этим продажам шакалов не нужны. Поэтому они, вот чтобы от меня отвернулись граждане России, да, они всячески стараются, да, вот эту, да, ерунду нести. Да. Я всегда был с народом и остаюсь быть чеченским народом. А выбор, который сделан на референдуме в 2003 году, что Чеченская республика будет и народ хочет составить в России, меня обязывает любить, защищать, беречь наше государство, да, России. Я это дело буду делать с удовольствием. Когда очень интересный комментарий просто прислали, сообщение. Казбек Исмаилов, у меня очень сложный вопрос. Говорит, когда хоронили вашего отца, Ахмад Саджида, на могиле вы поклялись, что продолжите его путь. Расскажите, зная сложно об этом эпизоде рассказывать, спустя 16 лет, вы считаете, что исполнили этого? Баркал Дерес, hold on. Действительно, Дон, оказывается, Дон, я об этом говорил, я абсолютно этот момент, Дон, когда я увидел, Дон, по телевизору, Дон, я тогда сам, Дон, вспомнил об этом. Да, я не вспомнил, да, я не помню, Дон. Ну, я в таком состоянии был, Дон. И я... И все мои, ну, друзья, единомышленники, да, и члены команды нашего первого президента, да, знали, да, что в любое время
может случиться все, что угодно с любым из нас. Поэтому на любой исход, Дон, Ахмад Хаджи нас готовил. Оказывается, он меня очень сильно подготовил. Он всегда с собой меня брал, и всегда я присутствовал большинство, да, на совещаниях, встречах лично. И без меня, если он где-то там бывал, он вечером, когда я ему кушать ложил и чай наливал, он не рассказывал. Я с Ахмад Хаджи, да, он закончил, да, он, можно сказать, много университетов, институтов, да, он, самые лучшие вузы, которые существуют, да, на практике. Да. Поэтому я, оказывается, в тот день сделал такое заявление, можно сказать, то он. Но я сейчас, то он, вот исходя из статистики населения, если за 90% нас поддерживают, то он устраивает в нашу политику, то он, и все наши стороны, то я считаю, что те слова, которые я сказал, я оправдал, то он. И я считаю, что Ахмад Хаджи Кадыров гордится командой его, которую он сформировал в самые тяжелые годы. Да. И я буду делать все для того, чтобы мой народ, чеченский народ, жил, да, он, счастлив, да, он, без всяких проблем. Да. Да, Ахмад Хаджи, вас периодически обвиняют в том, что вы заставляете кого-то извиняться в разных регионах Чеченской Республики. Действительно, просто извиняться. А, давай позвольте. Честно, купай вот этих извинений. Какое благо, какая польза. Аня, да, Чингис, ты у тебя здесь самый острый, да, он, вот, бывает сюжеты, да, он, и выпуски, или как прямые эфиры, там, это, постыд бывает, да, он. Ты это больше знаешь, чем мы все, да, он, которые, да, он, тех людей, которые пишут, да, он, неправду, вот, неправду в том, он, в отношении чеченского народа, республики, и что, и происходящим, да, он, внутри республики, да, он. Вот, на самом деле, да, он, вот, люди сейчас начали, да, он, вот, жить в интернете, да, он, а некоторые начали думать, на, да, он, не головой, а пальцами. Вот, далее, вот, люди, да, он, просят Всевышнего прощения, чтобы избавили от нас от всяких несгод, там, болезней, да, он, а там пишут, там, смайлики, там, вот видели, когда вот, да, прямые эфиры бывают, у нас там смайлики пишут, там, дайте, разрешите мне жениться, я хочу жениться, найдите мне невесту, да. Вот этот здравомыслящий человек не может такого, да, позволить себе, да. Вот эти люди, которые сегодня, да, вот пишут такие вещи, да, они на голову больные бывают. Они что-то сами, да, придумывают, да, как маленький ребенок, и потом начинают верить этому, да. А мы ему вот 100%, да, он, фактами доказываем, что это неправда, да. И когда он понимает, что он ввел сам первого себя в заблуждение, потом вводит других, мы заставляем, не заставляем, ему даем возможность, чтобы он извинился, чтобы не было фитнеса, да, от его слов, от его там роликов, там. Мы же насильно не делаем это, мы с ним ведем, приглашаем родственников. Вот, фактами, да, он, вот, обоснованными, да, он, доказываем, что он не прав, и после этого, да, он, вот, бывает, мы же слышали, вот, когда вот был пожар, там, у нас в Гранд-парке, вот, что, да, не говорили, там столько-то умерло, там, что это другое, там, на границе, там, вот, да, Чеченская республика, это был шум, вот, взорвали заправку, взорвали школу хафизов, взорвали это, другое. Люди писали, как будто они сами участвовали, это все видели. Вот чтобы не поддавались на провокации, чтобы у людей было понятие. Вот была женщина, которая аферистка, которой мы вели там много работ, чтобы показать, доказать людям, что есть такие люди, да, он. Они вводят вас в заблуждение, да, он. И для этого мы все это делаем, для того, чтобы оскорблять. Если мы хотели бы оскорблять людей, или, да, он, в искаженном виде преподнести, да, он, наших граждан, у нас есть очень много моментов, которые мы никому никогда не расскажем и не покажем. Да. Поэтому они глубоко ошибаются. Да. Допущенный ошибку чеченцам, это касается не одного его, да,
одного человека, касается семьи, рода и народа. Поэтому мы очень-очень трудно, да, это делаем, да, в первую очередь для нас это, вот, ну, решать, принять решение такое очень трудно. Но все-таки, если мы не будем показывать этих аферистов, шизофреников, продажных людей, то мы не остановим это. То, как и раньше, нас разделят, да, и саламу алейкум, потом начнутся те же, да, разборки, которые, да, были у нас до этого. Такой самый неудобный, каверзный вопрос. Не знаю, в общем, зачитываю. За что купил, за то и продаю. Почему дали звание академик и профессор Кадырову, если он даже на русском нормально говорить не может? Такой вопрос. Сунтен, да, вы это, да, и сомнение вот это. Ну, Чингис, ты же знаешь, что, что эти люди, да, которые об этом говорят уже сколько лет, по-моему, 2000, с какого года, да, он, в каком году? Мне вручили мне этот почетный, да, как это называется, да, он? Почетный профессор, да, как это называется? Почетный член. Как это называется, да, это? У тебя же есть? Было, у тебя было? Там, посмотри, там, да, принеси мне там. Да, в интернете было. Сейчас я объясню, да. Это твоя информация, хорошая, вы сапах табел эфире, у нас сейчас сорвется. Давай. Давай. Давай, да, мы сейчас порвемся и заново, да, включимся, да, и отвечу я на этот вопрос, да. Давай.